Лукашенко участвует на данных соревнованиях. Вот, поэтому я здесь. Ну и также, конечно же, мне всегда интересно присутствовать и на открытии соревнований, и, соответственно, на самих соревнованиях, смотреть девчонок, болеть, переживать за них. Для девчонок эти соревнования – это как мини-первенство России. Это отличная возможность попробовать свои силы, показать все, на что они способны. Здесь сборная России сейчас с Альбертом Шукуровичем проходит сборы. Каких-то подруг увидела? Да, я видела тренировку мельком. Я не стала мешать. Конечно, видела Саадат Далгатову, Абрамову Дарью, Дариму Сандакову, Азалию Аминеву, также Екатерину Пальцеву. Видела издалека, но вот еще не успела со всеми пообщаться. Сейчас как раз после соревнований зайду и со всеми девчонками пообщаюсь.